Ребята, всем привет! Сегодня, как я и говорил, снять хочу обзор на сравнение Jim Beam и Old Virginia, так как сейчас противоречия такие стоят на торговой платформе насчет этого бурбона, что он не хуже Jim Beam'а и вполне нормальный, дешевле, все такое. Я делал обзор на Jim Beam, уже он у меня так долгенько стоит, и делал на Old Virginia. Понравился, в том обзоре посмотрите, понравился все-таки мне Jim Beam по своим каким-то, я же говорю, качествам, более ароматный, более интересный букет, можно так сказать. Тут более проще, сладость, кукуруза, соло. Тут же сладость, кукуруза и еще тона, такие ароматы. В обзоре посмотрите, более-более он такой интересней. И более ароматика повышена в Jim Beam, нежели в Old Virginia. Будем сравнивать с Роксов. Потом еще попробуем со Снифтера, потому что у меня два дегустационных нема. И видео были отдельные, получается, два бокала дегустационных. Видео были по отдельности сняты и на этот напиток. Там посмотрите. Сейчас будем пробовать сравнивать, как он в Роксе, как по классике пьется бурбон, виски. Давайте чуть побольше. Вот так вот. И Old Virginia. Многие говорили, нравится даже больше Old Virginia Jim Beam. Что меня удивило, я решил, думаю, будет интересный обзор нам посмотреть. Закусывать буду шоколадом черным. Будем сейчас пробовать с вами. Дело в том, что постоял Jim Beam, уже, естественно, подышал. Этот более острый сейчас будет. Все равно приблизительно мы с вами почувствуем. Jim Beam более насыщенный цвет, чуть-чуть, я бы так бы сказал. Не знаю, как на камере вам видно. Я же говорю, яблочность с Рокса слышно. Дегустационный открывает букет такой обширный. Тут же слышно в основном яблочность, даже по Jim Beam. Тут слышно почти одна спиртуозность. Да, ребята, как я и подозревал, хотел сделать именно это видео для тех, кто сомневается, что действительно неплохой этот Old Virginia, и многие хаят Jim Beam. Все-таки даже с Рокса. Тут ванилька и спирты, считай, что слышно с Рокса. Да, когда я с дегустационного его дегустировал, то намного-намного было обширнее букет. Естественно, с этого еще больше. Спиртуозность, в бурбоне более повышенная от виски, насколько мне кажется. Я бурбоны как-то раньше не брал. Что-то я их обходил стороной. Обходил, но просто больше на виски как-то. Виски, бренди. Решил попробовать бурбоны. Ваниль, яблочность и кукурузка. Тут намного, намного меньше ароматика. Тут ваниль и спирты только слышно. Спирты-то и тут слышно, но давайте мы все-таки еще нальем. Даже сделаем так. Они чуть-чуть постояло, пока поговорили, подышало. Чтоб спиртуозность чуть меньше стала. Да, ребята, тут слышно спирт. Сладость. И даже я вам скажу, уже кукурузку не так-то и слышно стало. Тут более интенсивней, более.
я не скажу, что аромат намного лучше, ну, сильнее. Он лучше, да. Слышно больше его, но все равно, естественно, ценовой диапазон такой не позволяет так широко открыть ароматы, как более дорогие там намного этих марок. Ну, Jim Beam многим известный, многими любим, но есть многими и не любим. Вот, почему я хотел сделать сравнение именно с этим Old Virginia бурбоном? Потому что его многие хвалили в отзывах под этим товаром. И вот цена, да, цена он дешевле. И мне интересно было снять, чтобы мы вот с вами прикинули. Если что, пишите в комментариях, опять же, кому нравится этот бурбон, кому нравится этот, чем он нравится. Ну и вообще, какой можно взять бурбон еще за более адекватную цену. Ну хотя в линейке бурбонов, их не то что виски, естественно, намного шире. Виски намного больше разного. Его больше, как сказать. И мало того, что есть синглы, вот это, ну, много разных видов виски. Вот, и мне кажется, оно все-таки даже в одном диапазоне ценовом более мягче, чем бурбон по спиртуозности. Но ароматика бурбона интересная. Вот эта кукуруза, 50%, что добавляется в Jim Beam, там по закону США. Тут я не смотрел, сколько что добавляется кукурузы именно в процентности. Но я думаю, где-то приблизительно одно и то же, потому что американские законы, американский этот бурбон, должно все быть одинаково. Просто производство, дистилляция отличается, скорее всего. Там ферментация, купажирование. Вполне, я же хочу сказать, что вполне можно брать то этот, если вот он дешевле, там на компанию. Если попить, посидеть, вам больше надо взять бутылок, там этого будет более дороже, если кто-то в финансах, что ограничен. Вполне нормальный, но опять, Beam будет лучше. Jim Beam будет все-таки интересней, так я могу сказать. А так, в принципе, ароматика схожая, но более скуднее в Old Virginia. Более такая простей. Хотя, мне кажется, он мягче. Но за счет ароматики, просто еще тут ароматика и спиртуозность, она как больше давит. А здесь как более мягче кажется, потому что не такой вот он ароматный, такой более сдержанный. Вот что я хотел снять видео за эти два бурбона. Все, ребята, всем счастливо.